Тема у теннисистов очень часто, я думаю, может быть, ты уже тоже наблюдал, бывает, ребята вот выходят на таком среднем уровне, да, так играют, немножко там что-то перебивают, мяч подержали туда-сюда, и вот такого вот огня в глазах уже немножко нету, потому что вроде еще мастерами не стали, но уже находятся в этом деле достаточно долго для того, чтобы оно чуть-чуть успело немножко надоесть. Так вот это вот надоедание и вот это отсутствие голода, она появляется из-за того, что не хватает вот этих суперцелей в упражнении. То есть можно стоять, просто ждать, пока мяч себе прилетит, и перебить его туда, а можно сказать себе, нет, я сейчас буду создавать напряжение, я сейчас буду моделировать ситуацию, которую я хочу делать в матче. И тут же ты сам в одном, в простейшем упражнении находишь сам для себя вызов. То есть я могу сидеть в зоне комфорта, просто перебивать, или я могу что-то создавать. Правильно? Uh-huh. Это как в бизнесе. Я могу посидеть, посмотреть телевизор, пиво попить, или я могу сесть и сделать мозговой штурм. И когда ты делаешь на каждой тренировке внутри самого простого упражнения вот этот маленький мозговой штурм, тебе 100% будет всегда интересно. Если ты достаточно чувстволюбив. Но я через такую дорогу прошел. У меня точно так же был в какой-то момент элемент такой, знаешь, уже такое надоедание. Думаю, стоишь, опять эти диагонали, опять эти там треугольники, понимаешь? А потом, когда я нашел для себя вот этот интерес, нашел эту тему, просто началась другая картинка, просто пошел другой теннис. Потому что внутри простых вещей ты начинаешь уже что-то создавать. Понимаешь?